Здрасте, на судебное заседание. Проверяйте по трем базам розыска обязательно. Ранг на вас сработал, металлический предмет есть при себе? Нет. Еще раз вернитесь, пожалуйста. Это часть инструкторско-методического занятия службы федеральных судебных приставов по организации служебной деятельности по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Конкретно на этой учебной точке сотрудникам рассказывают про осуществление пропускного режима в здании суда. Занятия проводятся максимально наглядно. Тут и показывают, какие предметы проносить запрещено, и возможные трудности, с которыми может столкнуться судебный пристав. Мы несем ответственность за людей. Самое важное – это безопасность граждан в судебных заседаниях, участников судебных заседаний, судей, ну и всех лиц, которые принимают участие в судах. Более того, мы несем ответственность за граждан, которые находятся на проведении исполнительных действий. Всего учебных точек 6, на каждой из которых отрабатываются основные задачи сотрудников регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Руководителя каждого учебного места выбирают из числа наиболее опытных и подготовленных работников. Есть 6 задач, которые, согласно федеральному законодательству, мы исполняем. Точки также будут расположены по 6 задачам. Сегодняшнее инструкторско-методическое занятие нацелено, чтобы начальников отделов, структурных подразделений подготовить в методическом плане правильно проводить занятия на своих местах по 6 задачам. Ежедневный инструктаж судебными приставами перед заступлением на службу, организация служебной деятельности – эти и другие вопросы отработали с начальниками отделов и структурных подразделений. Нападение на судью. Слово судье. Судебный звонок. Расскажите ситуацию и события 14 февраля 2020 года. Какие события? Не был у меня на том месте. Я не знаю, откуда какие доказательства. Вот есть бумага, посмотрите, что здесь написано. Вот мне доказательства. Куда это лезть? Вот помню, да. Инструкторско-методические занятия для сотрудников органов принудительного исполнения проводятся 2 раза в год для совершенствования навыков. По окончанию занятий руководитель управления Ольга Божимова отметила высокий уровень подготовленности руководящего состава и нацелила судебных приставов на необходимость дальнейшего совершенствования теоретических знаний и практических навыков. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».